Ягуары – поразительные животные. Эти хищники способны справиться практически с любой добычей, при этом они чрезвычайно скрытны и изобретательны. Увидеть ягуара, если он того не хочет, практически невозможно, это может подтвердить любой исследователь дикой природы. К счастью, в массе своей ягуары редко нападают на людей, предпочитая им более привычную добычу. Ягуар – самая большая кошка и самая неуловимая кошка, обитающая в Америке. Пятнистый узор на теле ягуара уникален, как отпечаток пальца человека. Вес ягуара достигает 70-140 килограммов. Был даже зафиксирован ягуар весом 160 килограммов. Ягуары умеют добывать пищу в воде, а также отлично плавают и ныряют. Охотничий участок ягуара по форме напоминает треугольник. На нем животное охотится 3-4 дня, а затем уходить на другой участок. Самка имеют преимущество при выборе самца. Ягуары часто встречаются путешествующими по воде на бревнах. Несколько ягуаров на одной территории можно встретить в том случае, если это самка своим потомством. Ягуар и его потомство – самый близкий родственник ягуара – леопард. Все ягуары ведут одиночный образ жизни. Ягуары абсолютно не умеют рычать. До двухлетнего возраста доживает лишь половина детенышей ягуаров. В отличие от гепарда, предпочитающего атаковать жертву стремительным рывком, ягуары нападают из засады. Ягуары нападают на людей исключительно редко, в основном только в случае самозащиты. Всю жизнь ягуары проводят в одиночестве, встречаясь между собой только в период размножения. Ягуары умеют имитировать голоса обезьян, чтобы приманить сородичей последних. В частности, исследователям доводилось наблюдать, как ягуар имитировал крики детеныша обезьян. Взрослые обезьяны поспешили на помощь, но на их счастье, вовремя заметили хищника и скрылись. Ягуары ведут исключительно ночной образ жизни, днем предпочитая спать где-нибудь в укрытии.